Но между тем актюбинские учителя отмечают, их технические навыки растут благодаря программе электронного обучения e-learning. Система уже внедрена в 45 школах и 3 колледжах области. Учебный эксперимент провели в прошлом году, и он оказался удачным. Главным преимуществом учителя считают открытый режим, а постоянная связь с родителями облегчает образовательный процесс. Также педагоги заметили, что современные ученики, которые дружат с интернетом, с большим интересом воспринимают задания по электронным учебникам. Преподаватель уже отводится роль наставника в поиске информации. Также электронная программа рекомендует четвертные оценки, а сегодня на школьных олимпиадах участников определяют с учетом данных системы. В будущем году в регионе еще 105 объектов образования подключат к системе электронного обучения e-learning. Все находится в открытом режиме, то есть любой родитель, любой ученик может узнать, какая у него успеваемость, что он получил за данный урок. Урок, конечно, это для нас, нашу работу, как бы, можно сказать, облегчает. Учителя тоже не стоят на одном месте, они должны быть на уровне технического прогресса, что ли, идти вперед.